Давайте такой вопрос. Для чего был разрушен второй храм? Почему? Ну так вот мы сейчас все-таки введем передачу. И первый храм, и второй храм были разрушены для того, чтобы евреи разбрелись среди народов мира, да. и через них э, в народы мира вот в таком вот виде, даже не в духовном, не в виде сил нравственных учений, которые могли бы распространяться вне переселения народов. Да? И через них э, все народы мира получили бы определенные задатки э, связи с высшей силой природы и смогли бы затем в конце своего развития, где-то вот начиная с 20 века, э, начинать уже свой путь возвышения, то есть если бы, как сказано, очень сказано так попробую перевести, что э, э, вышли евреи в изгнание для того, чтобы э, собрать э, собрать э, э, как бы души народов мира, что-то вот такое. То есть храмы, я начал с конца, храмы были построены для того, чтобы ощутили, да, евреи? Храмы построены были как аллегорическое такое эм, проявление духовной высоты, которую тогда достигли. Первый храм, достижение уровня очень высокого, высокого высшего света, уровень хая, так называемый, и второй храм, это уровень нашама два великих уровня, постижения. А после этого должны были упасть, раствориться в народах мира, ну якобы раствориться. <как> Причем это не, не в народах мира то, что мы представляем, потому что согласно духовным корням существует всего 70 народов мира. Вот. Но вот должны были таким образом раз, разойтись, и было указано, что к концу 20 века начнется уже общее исправление мира начиная уже с вновь созданного Израиля и затем присоединение к нему всех остальных народов.